соскучились по ярмаркам. Местные товаропроизводители спешат на ярмарочную торговлю, как на праздник. Хорошее место для реализации своей продукции, которая уже успела полюбиться покупателям. У многих есть и постоянные клиенты. Уже 20 лет как бы стаж у меня ярмарочного. Нам очень нравится ярмарки проведения. И это очень большое подспорье для сельских жителей, для как мы выращиваем, нам реализовать. Это очень большое такое мероприятие, очень хорошее. Мы привозим качественную продукцию очень сюда, на ярмарку. И поэтому у нас уже свой контингент. Люди, которые нас знают, они идут смело, покупают у нас продукцию. Очень качественная, хорошая продукция. Торговля велась с 200 машин. За качеством продукции постоянно следили специалисты Центра ветеринарии и безопасности продовольствия. Плюс ко всему, рынок разделили на секторы. Специально определили ряды для торговли мясом, рыбой и молочкой. Из традиционных товаров – куриные яйца, овощи, молоко. Из необычных – забрус, клюква, сушеные травы и вяленые томаты. Фермеры радовали горожан новым урожаем меда, яблоками, солеными и маринованными овощами. Для дачников в изобилии были представлены саженцы и семена. Очень довольна, я приобрела вот. Приобрели мед, приобрели яблоки. А по ценам? Ну и по ценам доступно. Также на площадке оборудовали социальный городок. Жители могли проконсультироваться по личным вопросам у работников соцзащиты, пенсионного фонда, центра занятости и даже депутатов Гордумы. У нас здесь оборудован мобильный пункт центра занятости, где все желающие посетители сегодняшней ярмарки могут ознакомиться с вакансиями, которые предоставили работодатели нашего региона, подобрать какие-то интересующие себя возможности. Пенсионерам и людям с ограниченными возможностями с доставкой продуктов помогали волонтеры. В целом фермеры наторговали на 10,5 миллионов рублей. Анна Тищенко, Улправда ТВ.